Участкового полиции Виталия Михайлина в лицо знают не только сослуживцы, но и многие жители микрорайона, где он работает. А это участок, где проживают почти 3500 человек. Веренная ему территория – спальный район города. Для жителей здесь важны тишина и покой. Ну, у нас были жалобы на соседей. Хулиганили очень долго хулиганили. Мы ничего с соседями сделать не могли. Написали заявление, я пошла, обратилась к участковому. Все, тут же приехали, поговорили. Вообще, прям вот красота, тишина и покой стал. Вот. Вот так мы познакомились. Виталий Михайлин решил стать участковым, потому что захотел помогать людям. В обязанности офицера входят пресечение уголовных преступлений и административных правонарушений, беседа с гражданами и надзор за освободившимися из мест лишения свободы. Так как мы работаем с людьми, которые осуждены и вышли с мест лишения свободы, вот, данные лица встают к нам на административный контроль. После этого мы с ними проводим всякие разные беседы, вот, и направляем на путь истины, помогаем с работой там, и тому подобное. Виталий Михайлин решил принять участие в конкурсе «Народный участковый МВД России». Сначала выиграл районный, а затем и региональные этапы конкурса. Первое ощущение – это были радости. Хочу сказать спасибо гражданам, которые меня поддержали. Значит, то, что раз граждане меня поддержали, они видят мою работу. Вот, за это хочу их поблагодарить. Буду дальше стремиться к определенным высотам, также помогать людям. Теперь Виталию Михайлину предстоит участвовать в третьем федеральном этапе конкурса и побороться за звание лучшего участкового страны. Конкурс «Народный участковый МВД России» – это масштабная акция, которая призвана повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции. Проголосовать за Виталия Михайлина можно с 1 по 10 ноября. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.